И мы начинаем этот информационный час с последних новостей из подмосковных Мытиш. Там горит строительный рынок. Эти кадры мы получаем в режиме реального времени. Видны языки пламени и столб черного густого дыма. На данный момент площадь возгорания составляет 4000 квадратных метров. Многочисленные очевидцы описывают в соцсетях и сообщают, что дым видно практически из любой точки городского поселения. Вот что нам только что рассказали по телефону жители Медведково, района, который граничит с Мытищами. Малышкина где-то вот в районе МКАД. Оттуда сейчас вот большие-большие клубы дыма идут. В районе Ладового овощного рынка, и там же находится автомобильный рынок. В течение часа продолжалось возгорание. Поначалу было небольшое, но дым стоял огромный. Потом где-то вот в течение 40 минут пожар распространился почти там на всю площадь, и такие пламени очень высоко поднимались. Информация о пострадавших не поступала. На месте вместе со спасателями отправилась и наша съемочная группа. Мы обязательно расскажем подробности в ближайшее время.